Турнир праздничный, но атмосфера на площадке напряженная. Завершает соревнование матч между девчонками Нового Уренгоя и Ноябрьска. Баскетболистки совсем юные, они пока не сильно задумываются о тактике. Им важен сам процесс. Все дети очень жаждут соревнований, это всегда. То есть мы весь год тренируемся для чего? Чтобы поучаствовать в соревнованиях. Поэтому, конечно, они все в хорошем настроении, с желанием играть и побеждать. И желания играть и побеждать у девчонок достаточно, борьба идет за каждый мяч. Мальчишки свои матчи уже отыграли, поэтому радостно болеют за своих коллег по выбранному виду спорта. Спорт есть спорт, и в каждом матче есть победитель и те, кому немного не хватило удачи. В этой игре больше мячей в корзину закинули воспитанницы спортшколы «Арктика» из Ноябрьска. Настроение прям прекрасно, и сначала у тебя в начале игры было такое опасающееся и злое, а потом в конце, когда вы понимаете, что уже близко победа, у тебя просто очень сильная радость появляется. Мальчишки на этом турнире соревновались внутри спортшколы и даже товарищеский матч с девчонками сыграли, так что в их случае победила юность. Как настроение по турниру? Ну хорошо, новогоднее. Ну, я смотрю, ты в колпаке так и играл? Да. И как, помогало? Да, очень помогало, да. Новогоднее настроение всегда было, даже если проигрывали. В общем, победа тут одна на всех, а поскольку турнир новогодний, все спортсмены получили подарки от главного зимнего волшебника. Павел Прожогин, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульс Севера».